Сколько дворов отремонтировано в этом году и продлится ли программа, благодаря которой жители благоустраивают придомовые территории? Почему стационар детской больницы на Советском проспекте так и не примет маленьких пациентов? И на решение каких городских проблем депутатам удалось увеличить средства в следующем году? После первого чтения депутатов появились рекомендации, и радует, что нам удалось эти рекомендации внести в бюджет. У нас были жалобы от избирателей по поводу борщевика Сосновского. Были увеличены средства на борьбу с ним. Ответы на самые актуальные вопросы и важные решения, которые приняли депутаты в этом году. Итоги работы народных избранников подведем сегодня в 8 часов вечера. Не пропустите.